Вот, нас просят в виде представить в виде одночлена стандартного вида и сказать его степень. Понял? Степень. Во-первых, что такое стандартный вид? Вот у нас по перемешку есть, да? Вот давай представим, у нас с тобой есть бутерброд, да? Бутерброд. У бутерброда есть что? Хлебушек, да? Правильно? Потом мажется масло. Масло мажем. И сверху кладем сыр. Я его нарисую малиновым. Он кусок. Давай, или колбасы. Колбасы, давай. Да? Можем. Вот это называется стандартный бутерброд. Да? То есть сначала хлеб, потом масло, потом колбаса. Так? Мы, конечно, можем и сначала колбаса, а потом хлеб, потом масло. Можно, конечно, так сделать даже. Но как-то не очень удобно, согласись. И будет нестандартный бутерброд. Или можем хлеб, колбаса, сверху масло. Тоже так можем. Но нестандартный, понимаешь? Вот у одночленов есть тоже порядок. Порядок, да? Что стандартно, в каком порядке? Значит, у них порядок такой. Сначала идет знак. Так. Давай вот так, это у нас будет типа хлеб, да? Первый у нас идет знак. Знак. Потом у нас идет масло, да? Это число. Число. Потом идет буквы со степенями. Буквы со степенями. Видишь, тоже бутерброд получился. Вот давай в таком порядке мы это сделаем. Смотрим. Во-первых, то, что это одночлен. Почему? Потому что внутри нету ни сложения, ни вычитания. Вот тут минус есть, но это просто отрицательное число. Но никакого сложения, вычитания тут нет. Значит, это один одночлен. Знак. Смотрим. Минус, минус. Минусов сколько? Два. Значит, в произведении это плюс. Теперь числа смотрим. Вот тут полтора и четыре. Все, минус уже не учитываем. Полтора умножить на четыре, это будет шесть. Пишем шесть. Так. И потом что, буквы. Вот тут А в квадрате и еще А, это будет А в кубе. Б в кубе и еще Б, Б в четверке. Б в четверке. Ну и все, вот стандартный вид. То есть мы можем вот так равно, равно поставить. Ну, можно плюс не писать, просто написать 6А в кубе, Б в четверке. Буквы тут можно, в принципе, и поменять порядок, но большой тут разницы нет. Можно в алфавитном порядке писать. Главное, чтобы знак, число и буквы со степенью. Вот этот порядок надо сохранить. Все, а какая степень? Вот берем буквы. У них 3, а тут 4. Значит, говорим, что степень одночлена 7. Седьмая степень. Понятно, да? Все, ответили на вопрос.